Экипировку и спортивный инвентарь молодежно-подростковому муниципальному центру «Олимпиец» подарил Рената Усатый в канун новогодних праздников. Подарки ребятам вручили муниципальные советники Николай Григоришин и Олег Шарик. Они рассказали, что просьбы о покупке боксерских перчаток, шлемов, специальных бинтов для спортсменов, утяжелителей для рук и ног, скакалок и гантелей обратился заслуженный тренер Республики Молдова Вячеслав Симак. По его словам, ребята нуждаются в элементарном спортивном инвентаре, который не обновлялся с советских времен. Мы очень давно мечтали о перчатках, о шлемах. Они очень дорогие, и детей может быть больше в секциях заниматься. Если будут перчатки, шлема, они именно нужны для безопасности, для учебно-тренировочных занятий, для участия в соревнованиях. Мы очень благодарны нашему примарю Рената Усатому, что он постоянно оказывает помощь молодежи, нашим клубам, в частности, вот эта помощь от него, от примарии. Также эти подарки, вы видите, это все бесплатные подарки. Каждый ребенок, который занимается в клубе, каждый ребенок получит такой подарок и, говорится, будет приятному в новом году. Кроме шлемов, кроме перчаток, нам и теннисные шары. Мы здесь культивируем настольный теннис. Также теннисные мячи, это непосредственно для спортивных занятий. Скакалки нам нужны для девочек. Обручи, утяжелители, гантели вот под подарками. То есть вот такие разнообразные бинты боксерские, капы. Эта экипировка, она, к сожалению, очень дорого стоит. Я еще раз повторюсь. И детям очень сложно. Одни перчатки стоят вот 810 лей, 650 лей, шлем 560 лей. И родители, конечно, здесь не смогут позволить себе такие цены, чтобы дети занимались. Николай Григорьевич отметил, что Рената Усатый всегда по возможности старается помочь детям, особенно тем, кто занимается спортом. Не отказал муниципальному центру «Олимпиец» мэр Бельц еще и потому, что его посещают в том числе дети из социально уязвимых семей. Мы пришли поздравить ребят с Новым годом. Значит, как и принято всегда в новогодние праздники, Ренат Георгиевич Усатый дарит детям, взрослым подарки, в этом случае детям-спортсменам, значит, из, будем так говорить, неблагополучных семей тут занимаются, дети неблагополучных семей, значит, они обратились к нам, что нету инвентаря, нету шлемов, перчаток боксерских, скакалок, и Ренат Георгиевич сделал подарок, как вы видите, сейчас мы его будем детям вручать, чтобы у всех было новогоднее праздничное настроение. Здесь занимается мой ребенок, он ходит на занятия после школы, в течение 2 лет уже занятия проводятся, занимается Вячеслав Петрович. Хотели поблагодарить фонд Рената Усатого, в особенности его, за то, что оказывает непосильную помощь в организовании таких праздников. Здесь занимается очень много деток. Есть детки из неблагополучных семей, которым нужна какая-то помощь, какая-то поддержка. Вячеслав Петрович тоже оказывает непосильную помощь, постоянно деток поддерживает. Градоначальник считает, что спорт закаляет характер и прививает лидерские качества. По его словам, пусть не все ребята в будущем станут чемпионами, но спортивный урок, который они сегодня усваивают, пригодится в жизни каждому. Он отметил, что важно, что дети посвящают себя спорту, а не улице.